самое главное, чтобы нам согласовали установку этих именно там знаков, где находится это, ну, планируется сделать пешеходный переход, а тротуары при наступлении положительных температур мы выполним работу свою. Работы такие уже по асфальту начинаются после 1 мая. То есть, когда грунты и все почвы успокаиваются, то есть в апреле, ну, мы выполняем, да, ямочный ремонт. Но к основному асфальту мы поступаем, ну, стараемся в первых числах мая. Делать обязательно надо одновременно. То есть вот ставится знак, мы делаем, допустим, пешеходный переход, но не получается так, мы сделаем тротуар, а через год там поставят знаки. Это, такого не бывает. Это. Мы это проработали вопрос и с главой Северного округа мы там встречались. То есть этот вопрос на контроль у нас есть. То есть подходы будут уже до лета сделаны примерно? Да.